Алло? Алло? Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Да что ты говоришь? Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. Да что вы говорите? Только в постели не курить. Да? Вы прекратите звонить или не прекратите? Котенок, я тебя люблю. Вы прекратите звонить или не прекратите? Я милиции позвоню. Кто знает? Они определят ваш номер. Вам... Ты можешь меня бить, но учти, я все вымещу на твоих внуках. Да что вы говорите? Какой ты смелый. Ходячий, ну давай, давай, давай. Сделай это. Слышь? Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Придурок ты, ёпта мать. А почему у тебя такой взволнованный голос? Какого хера тебе? А почему у тебя такой взволнованный голос? Ты придурок, закрой рот, ёпта мать! Ты удот. Вы меня в драке еще не видели. Алло? 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 Вы где работаете? Пизде, батюшка, заебал ты меня. А почему у тебя такой взволнованный голос? Да-да, ебанутый. В 9:15, вот гляди, все. Алло? Слышь? Алло? Алло? А почему у тебя такой взволнованный голос? Кто говорит? Говорит космический турист Петров. Ты космический турист. Тебе не надоело этой хуйней заниматься, названивать? Клиника пластической хирургии ищет вас, уроды. Ага. Сам ты урод. Вы где работаете? Алло? Алло, дорогая. Ты дебил. Ты перестань звонить сюда, ты. Дурак, что ли? Козел ты, закрой рот, ты. Человек с одной извилиной, переходящей в прямую кишку. Вы охламоны, что вы делаете? Да. Я всех ублюдков достану. Ты дебила, блядь, кусок. Я тебе устрою гипсокартон. Будешь ходить в гипсе и картонка прикрываться. Придурок ты, ебаный, блядь. Дураки вы не умные. Будь здоров ты. Вы там бараны. Совсем отупели. Козел ты ебучий. Козлы косоруки. Алло. Слышь? Скажите, алло. Вы сдаете или вы снимаете? Алло. Слушай. А почему у тебя такой взволнованный голос? Алло, слушаю вас. А? Слушаю вас. Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Что дальше? Вы где работаете? Там работаю. Как дела? Нормально. А у вас когда как? Деньги отдашь? А у вас как дела? Прикольно. Вас как зовут? Говорит космический турист Петров. Ага, понятно. Очень приятно. Когда деньги отдашь?
А? Ага. А почему тебе такой звал? Ты вообще откуда прилетела? Слушай, слушай. А что вы хотите? Послушать хочу. Ну что, еще рассказать? Ага, давай. Вы такой умный, вам череп не жмет. Да я думаю, вам, я думаю, вам яйца жмут. Пищите больно. Спи, жабоед ты мой картавый. Ох вы, козел, вы что, офонарели? А? Ага. Ты удот. Ладно, пойду я. А давай. То я чую, скоро киндер-сюрприз будет. Давай. О, пидор! Ты опять, сука, появился! Вот что там, блядь? Семья пидорасов, блядь, а? Слышь, блядуха! Сука! А! Ох, пидоры, сука, гнойные, блядь! Короче, вы в жопу ебетесь, блядь, да? И хуй сосете у всех, подряд, блядь. А почему у тебя такой взволнованный голос? Фу! Пошел нахуй, тварь! Гуляй, пока не получил! Пошел нахуй, тварь! Давай я тебе устрою гипсокартон! А? Будешь ходить в гипсе и картонку прикрываться! Давай, с тобой, я тебя в жопу выебу! А? А потом пососешь у меня. А? Я на месте, сейчас, принеси, сука, туалетную падла. Бумагу. Ух, мразь, сука, гнойная. Куда мне пошел идти? Пошел нахуй, мразь, блядь. Куда мне идти? Алло? 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 Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Снимаю. Не подскажете, который час? Не, нету часов, я счастливая. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Конечно, можно. Куда мне идти? А как вас зовут? Я Григорьев. А, Григорьев. А зовут вас как? Говорит космический турист Петров. Космический турист Петров? Да. Ой, а вы что, в космосе? Как я с вами познакомлюсь? Ну и чё? И чё? Я хочу с тобой тра-ля-ля, а ты умеешь лишь ля-ля-ля. И что ещё? Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. О, девки, оказывают интимные услуги женщинам любого возраста. Доставлю сексуальное удовольствие в любое место. Извините, вы ошиблись номером. Котенок, я тебя люблю. Слушай, пошел нахуй. Слышь, братуха! Сейчас знаешь, что я тебе? Сейчас я тебе яйца, блядь, вырву, блядь. Спи, жабоед ты. Алло? Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. Так, что вы хотите этим сказать? Только в постели не курить. Вы просто пошутили, да? Котенок, я тебя люблю. Кого любишь? Я хочу с тобой тра-ля-ля. Ну-ка, повтори, кого ты любишь? Я хочу с тобой тра-ля-ля. Ух ты! Да я бы на тебе женился, если бы не эта кобыла, на которой я женился. Да. Так ты ее вышвырни. Вы где работаете? Я работаю в милиции сторожем. Понятно? Дорогая, скажи честно, ты мне иногда изменяла? В милиции я работаю сторожем. Не директором, а сторожем. Выходи за меня замуж. И даже сторожем буду, если я
из-за тебя выходить замуж, да? Доставлю сексуальное удовольствие в любое место. А сколько тебе годиков? Я родился 24 августа. Ну, я-то еще молодая, мне всего 90. Вот такой забавный я зверек. Да-да-да. Хорошо. Я тебя буду пороть так, что дым из ушей пойдет. Правда? Ай-яй. Крепко. Да, ну тогда пока-пока. Ну что, еще рассказать? Давай-ка спокойной ночи. Ну и чё? Все, время уже вышло. А? Спокойной ночи. Да мне пофигу! И мне тоже похрену. Мила, чё ты пристала? 8 марта давно прошло. Да. Так. Ладно, что, пойду я. А то у меня скоро киндер-сюрприз будет. Отвали, моя черешня, подальше от моего телефона. Ладно, пойду я. А то у меня, чую, скоро киндер-сюрприз будет. Все, бросай. Позови папу. Сейчас позову папу. Такой прикол, родной. Да. Слышь? Чего? Говорит космический турист Петров. Ну, что говорить, что? Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Ты что там, блядь, перебухал, что ли, шаг, блядь? Сюда больше не звони. Когда пьешь, нужно знать меру, иначе можно выпить меньше. Алло. А с кем я разговариваю? С обезьяной, с овцой? Слушай, умник, я пойду на АТС и узнаю, с которого номера здесь звонят. Я тебя буду пороть так, что ты из ушей пойдет. Смешно? Прикалываетесь? Алло. Алло. Ты агрика ебаная. Я тебе дал ветеринар, блядь. Ну, ты зараза поганая, ты уже приехал? Ты что мелешь? Ты кому говоришь? Я тебе сказал, ты куда, куда звонишь? Ой-ой, сначала надо спросить, кто и с кем говоришь, а потом уже лаять. Ты агрика ебаная. Будешь как, сука, как змеюга на сковородке крутиться, подлюка. Я тебе там из жопы ноги руки выдергаю, блядь. Ребята только будут команду давать. Ты поняла, дура? Ты пьяный, что ли? Может, до тебя еще не дошло. Ты пьяный, что ли? Ты ебанашка. Тебе башку-то еще не снесли, нет? До завтра-то ты дотянешь, потому что вместе с алкоголичкой пиздец тебе. Ты кому звонишь? Да, Информационно-вычислительный центр слушает вас. Ты кому звонишь? Скажи, ну, кому звонишь? Ты бухаешь, блядь. Кому звонишь? Да, дежурный 127-е. Ты дурак, что ли? Группа захвата слушает вас. Дурак. Ну, сука, ебаная! Алло. Алло. Ты опять выходишь на связь, мудила? Чего? Ебучая тварь, да куда? Я тебе покажу. Я тебе покажу по телевизору скоро. Вот на этой неделе тварюга-то тупоносая. Ты чего? Ты, сука, знаешь, вы кто? Кем говоришь, тварюга поганая. А вы кого говорите-то? Дурень-то чертовый, блядь, говноед-то ебучий. Подавись ты, сучонок, говном, подлюка, чтоб ты зашел весь, сука, и стал кровью, подлюка ебучая. Кто это нахуй? Ты петух, блядь. Ну что вывихнутый по всем осям и параметрам. Тебя же стабилизировать не надо ни по курсу, ни по тангажу, ни по рысканию. Ты и так мордой колупаешь. Ты про чё нахуй кричишь, ты петух ебаный, блядь? Ты куда попал ты, нахуй? Я тебе голову оторву на это. Тебе, дружкам твоим, всем сукам вашим мальвинам, всем вам конец. Давай, ко мне приезжай. Пошка ко мне приезжай. На этой неделе отлетает сразу, как качан капусты. Ты залупа низкая, блядь.
Пучья тварь, да куда? Я тебе покажу. Я тебе покажу по телевизору скоро. Вот на этой неделе тварюга-то тупоносая. Сосешь ты хуй пожилого кролика. Ты ебанка. Понял? Тебе чудо, блядь, с перьев нет. До завтра-то дотянешь, потому что вместе с алкоголичкой пиздец тебе. Да. Я тебе сказал, я тебе голову оторву на это. Тебе, дружкам твоим, всем, сукам вашим. Вы кому звоните? Минуточку. Все, сука, осиное гнездо поганое. Кому вы звоните, мужчина? Ты, агрика ебаная. Кто? Ты, агрика ебаная. И что? Я тебе сказал, я тебя сам залупцую до смерти, суку. Я не поняла, вы что, кому звоните, по какому телефону вы звоните? Пучья тварь, да куда? Я тебе покажу по телевизору скоро. Вот на этой неделе тварюга-то тупоносая. Больной, что ли? И по телевидению обязательно фильм покажу. Завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Суки, ученички проклятые. Смирно, блядь. Вы куда звоните, вот, мужчина? Я сейчас позвоню в милицию, если вы так еще будете звонить и обзываться. Ты, подлючка, ты знаешь, что ты вместе с алкоголичкой будешь судим? Ты понимаешь, куда звонишь, мужчина? Ты знаешь, что она вообще? Куда ты полез и зачем ты, сука ты ебучая? Больной, что ли? Сейчас вызову милицию по этому телефону, у меня высвечивается номер. Анализировать не надо ни по курсу, ни по тангажу, ни по рысканью. Ты и так мордой колупаешься, тупой. Да. Здорово. Алло. Ты дурачок, ты еще не совсем вывихнулся? Так вы куда звоните, скажите? Пучья тварь, да куда? Я тебе покажу по телевизору скоро. Вот на этой неделе тварюга-то тупоносая. Да вы понимаете, что вы неправильно звоните. Я тебе сказал, я тебе голову оторву на это. Тебе, дружкам твоим, всем, сукам вашим, мальвинам, всем вам конец. Все, сука, осиное гнездо. Вот чумной-то. Вы же не попали не по адресу. И по телевидению обязательно фильм покажу. Завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Суки, ученички проклятые. Смирно, вы знаете что? Я сотрудник. Алло. Алло. Да. Алло. Что алёкаешь? Я вот не алёкаю, я сотрудник Федеральной службы безопасности. Вы куда звоните? Вы что, чумели, что ли? Да, дежурный, 127-е. Да? Заёба сраная. Я всё-таки за трубку берёшься. Ты сучёл, ты чё там, блядь? Сегодня же. Ты больше с Атлантики никогда не выйдешь, сука. Алло. Здорово. Алло. Здорово. Да. Здорово. Ты дурачок. Ты еще не совсем вывихнулся. А вы кому звоните-то? Ты сучонок, я сейчас приеду и задавлю тебя, сука. Да что ты говоришь? Башка твоя с плеч на этой неделе отлетает сразу, как качан капусты. Заебешься пыль глотать, блядь. Я тебе сейчас, тебе и ловить-то нечего. Тебя уже там под колпаком давно держат. Да что ты, блядь? Ты знаешь, ты заебешься? Мозги твои-то скоро мозги полетят, блядь, а не мои. Банашка. А ты козлина ебучая, блядь. Нет, до завтра-то дотянешь, потому что вместе с алкоголичкой пиздец. Я-то дотяну, а вот ты, сука, не дотянешь, блядь. Будешь как, сука, как зиюга на сковородке крутиться, подшука. Алло. Привет. Привет. Как дела? Нормально. А, у меня маленький член. Иди нахуй. А слушай, дай совет парням. А слушай, дай совет парням с... Как дела? Нормально. Мы можем назвать твое мирское имя? А не пошел ты подальше. Меня зовут Юрий Дудь. Да мне похеру, как тебя зовут. Еще раз сюда позвонишь, я тебя найду. Вот. И кое-что натяну на что-то. Понял? Как можно на это обижаться? Пожалуйста, подождите. Алло. Привет. Меня зовут Привет. Юрий. Юрий. Какой Юрий?
Как? Меня зовут Юрий Дудь. Вы не туда попали. А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Какой совет тебе дать? А, у меня маленький член. Чего? А, у меня маленький член. А, член тебя маленький. А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Ну, какой я тебе совет? Ну, я не знаю никаких советов. Ну, есть же парни, у которых небольшой член. Ты звони парню, же. Ты что, мне-то звонишь ты? То есть, если у пацана есть хотя бы один палец, то он не импотент. Ну, в общем, подрочи его, и он может... Вам по вечерам заняться нечем. Как дела? Я говорю, по вечерам заняться нечем. А за что вы любите Россию? За таких раздолбаев, как вы. Вам хорошо в России жить? Да. Привет. Привет. Как дела? Ништяк. Мы можем назвать твое мирское имя? А надо тебе. Меня зовут Юрий Дудь. У тебя есть высшее образование? Нет. Французские девушки или русские девушки? Знаешь... А, грудь или попа? До свидания, я спать хочу, да, после ночной смены, все. А, грудь или попа? Ну? Когда у вас был последний секс? Слушай, отъебись, а! А сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы нормально себя чувствовать? Да хуя, блин. Лучшие свидания в твоей жизни. Привет. Алло. Привет. Алло. Алло. Привет. Как дела? Алло. Как дела? Кто это? Мы можем назвать твое мирское имя. Имя. А? Меня зовут Юрий Дудь. Кто? Юрий. Ну? У тебя есть высшее образование? Нет. Сколько дней отпуска у вас в году? Я уже старушка, мне ничего не надо, ничего меня не радует, все. Уже нам почтовый сейф только ждать. Когда у вас был последний секс? Идите понафиг. Возьми, возьми. Чего бабушку устала? Алло! Привет! Привет! Да. Как дела? Нормально. Чего? Какую книгу ты сейчас читаешь? Сегодня занят с тобой больше, блин. С Новым годом. А? Соединение у... Алло. Привет. Привет. Как дела? За 150. А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Чего? Ну есть же парни, у которых небольшой член. Да пошел ты, пизду, не убиваться же. А, у меня маленький член. А у меня охуенный. А слушай, дай совет. Знаешь, как в твою жопу войдет, блядь? Ну есть же парни, у которых небольшой член. Да. Ну им не убиваться же. А у меня нормальный. Маленький, это какой? А? А тебе какой надо-то, блядь? Куда, тебе куда засунуть-то его, блядь? То есть, если у пацана есть хотя бы один палец, то он не импотент. Я знаю. А грудь или попа? Да в жопу по тебе его, блин. Ты любишь кунилингус? Ну, если ты мне отсосешь, блин. Как парня научиться делать кунилингус? Давай я тебя научу, блядь. Будешь мне хуй сосать, блин, а? Серьезно? Серьезно. Скорее да, чем нет. Пошел нахуй, сучара, блин. Я ебал твою тёлку. Да я бы тебя бы вот выебал, ну, с большим удовольствием, блядь, чтобы жопу тебя разорвать, блядь, козлу, блядь. Ты пидорас? Ты пидорас, блядь, вот ты. Понял, кто ты, блядь? Ты пидорас, самый настоящий, пидорюга, блядь. Сегодня с утра ты пососал хуй. Если настоёбываешь, блядь, людям нормальным, сука, твоими хуиными звонками, блядь, ты понял это, блядь, а? Почему это тебя задевает? Почему, блядь? Да потому что настопизил ты уже своими звонками, вот это меня настоёбывает, блядь, понимаешь ты, блядь?
Как таким, как это... ты, ебальники бьют, блядь, нахуй, до полусмерти, блядь. Ты это понимаешь это или нет, блядь? Как можно на ты это чё, сука, мешаешь людям жить, а, блядь? Чё тебе надо, блядь? Я предлагаю сейчас общаться по-серьёзки. Я нихуя не хочу с тобой общаться, ты это понимаешь или нет, блядь? Ещё в школе нас учили, что на юродивых не обижаются. В школе, блядь? Вот в школе, блядь, меня учили, блядь, нормальный, в советской школе, меня учили, что не надо людям настопиздивать, понимаешь, блядь? Вот чё меня вот этому учили, блядь. Если мне сказал человек, нет, не хочу общаться, нехуй к нему лезть, это понимаешь или нет? Тебе реально было не смешно? Мне реально не смешно, какую хуйню ты городишь, понимаешь? Не смешно, блядь. Когда ты последний раз дрался? Все. Последний раз, когда ты дрался? Чего? Когда ты последний раз дрался? Дрался, блядь? Три года назад. За что ты дал пиздюлей Хованскому? Хованскому, блядь? Ой, я бы тебе пиздюлей бы дал, блядь, если бы я добрался бы, блядь. Ну, не доберусь, вот, к сожалению, блядь. Почему? Всё. Почему? Алло. Алло. Привет. Привет. Как дела? Как Саша Бела? Ты любишь кунилингус? Чего? Как парня научиться делать кунилингус? Вы куда звоните? Я задаю короткий вопрос. Ты должен быстро ответить, но не обязательно коротко. Я не поняла ваш вопрос. Ты любишь кунилингус? Дяденька, вы номером, наверное, ошиблись. Кунилингус. Да. Привет. Как дела? Нормально. Мы можем назвать твое мирское имя? Кто это? Меня зовут Юрий Дудь. Кого? Не понял. Юрий. Юрий, меня Вова. Я задаю вопрос, тебе нужно ответить и коротко пояснить, если вдруг у меня возникнут доп. Вопросы. Не понял. Тебе поговорить не скажу, Юрий. Какую книгу ты сейчас читаешь? Книгу? Муму. Светлое пиво или светлое будущее? Муму читаю, Графиму. Написал, который... А? Короче, ладно, хватит вот. А сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы нормально себя чувствовать? Знаешь, что ладно. Веришь ли ты в Бога? Алло. Привет. Ну и чё хочешь сказать? Как дела? Лучше всех. Пошёл нахуй. Мы можем назвать твоё мирское имя. Ясно? А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Не знаю таких. Ну есть же парни, у которых небольшой знаешь член. Что? Твои эти парни меня не интересуют. Иди у меня... отсюда. Больше не звони. Хватит. У меня маленький член. Вычислю. Я тебя вычислю, наконец, ты получишь свой срок. Ясно? То есть у пацана есть хотя бы один палец, то он не импотент. Мне без пальца, хоть с пальцем, хоть какие они, мне без разницы. Отстань и не звони на этот номер телефона. Когда у вас был последний секс? Тебе завтра вычислю. И завтра ты поедешь на 25 суток или на 40. Понял? У тебя дома хватит есть вещи для садомаза. Хватит тебя уже терпеть и слушать твои. У меня тетка лежит при смерти. Я включаю телефон по надобности. А ты начинаешь занимать меня. Ясно? Ты любишь ты кунилингус? Ты получишь по полной программе. Пошел ты нахуй. Ты любишь кунилингус? Алло. Привет. Алло. Привет. Как дела? Алло, не слышно вас. Мы можем назвать твое мирское имя? Леш, ты? Да. Алло. Как дела? Алло. Как дела? Алло. Мы можем назвать твое мирское имя? Леш, ты? Скорее да, чем нет. А, ну, слушай, вот не слышно, что-то прямо пропадаешь ты, поэтому не поняла-то. Ну, чё, моя хорошая? Как дела? Да все нормально. Какую книгу ты сейчас... Какую книгу ты сейчас читаешь?
мать, те, кто там лапшу вешает на уши, ты о чем говоришь-то? Положи трубку какой-то. Алло! Привет! Не поняла, кто это? Да положи! А? Алло! Я задаю вопрос, тебе нужно ответить и коротко пояснить, если вдруг у меня возникнут доп. Вопросы. Я что-то не поняла, ты чего это, по какому поводу? У тебя есть высшее образование? Есть. Какую книгу ты сейчас читаешь? «Анжелика и король». Веришь ли ты в Бога? Конечно. Самая вкусная вещь, которую вы ели в жизни? Рафаэла. Секс или сон? Вряд ли. В чем смысл жизни? В детях. А кто твой любимый русский поэт? Не знаю, Фета. Когда в последний раз вы пылесосили? Позавчера. Сколько дней отпуска у вас в году? 396. Лучший город России, не считая Ростова и Москвы? Калининград. Лучший ведущий из русского телевизора? Я почти их не смотрю. Супермен или Бэтмен? Бэтмен. Кто хуже, Сталин или Гитлер? Это надолго. Скорее да, чем нет. Когда вы, только по-честному, последний раз давали взятку? Никогда. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Когда все это кончится. Почему? Потому что устала. А сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы нормально себя чувствовать? Ну, 1050. Сколько нужно минут, чтобы доширак заварился? Не знаю. Я не знаю. Светлое пиво или светлое будущее? Конечно, будущее. Как вы понимаете патриотизм в правильном понимании слова? Ну, то есть, что для вас патриотизм настоящий? Не знаю. Защищать, наверное, семью. Родных и близких, наверное, так. Вам хорошо в России жить? Я больше нигде не пробовала. Наверное, да. А за что вы любите Россию? Просто за то, что я здесь живу. Смотрели ли вы фильм «Он вам не Димон»? Нет. Почему? Не знаю. Серьезно? Да. Хорошо, если не Путин, то кто? Шойгу. А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Глупости какие-то. А, у меня маленький член. Хватит ерундой заниматься. Ну есть же парни, у которых небольшой член. Так, давай не надо. Ну им не убиваться же. Нет. Маленький, это какой? Ой, ладно, все, хватит, ерунда. Почему? Все. Что там было? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Навальный. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Я вас спрошу, имею я право участвовать в выборах? Да я думаю, что да. А почему нет? И разговаривать с людьми – это мой способ ведения агитации, мой способ донесения своих идей. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат. Понимаете? Понимаем. Переходите на сторону добра.
либо поддерживаете Путина, который долгие годы последовательно раздает наши деньги странным режимам за границей, а потом прощает им эти долги. Либо поддержите меня. Хорошо. А положение моей программы четко заключается в том, что я не буду давать никому деньги и не буду прощать долги зарубежным странам. Программу вашу пришлете? Да. Мы будем ждать программу, посмотрим, какая программа, и будем выдвигать вас. Меня зовут Алексей Навальный. Это Навальный. Mm-hmm. Понимаете? Где? Да, знаем. Ну что, убедил? Убедили. Да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Я понял. До встречи. До встречи. А это который это самое связан с... Да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Алексей, ну послушай, Навальный. Я не первый раз это слышу. Это вот слушает Юрка передачу с Навальным, все, которые американскую помилку поддерживают. Представляешь, уже даже по телефону вот так вот идут. Да. Да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Нет, вы что на ночь глядя пристали к пожилому человеку? Вам делать что-то там нечего? Голосуйте за Путина, и все с коррупцией останется как есть. В том числе часы Пескова за... Меня это все устраивает. Либо поддерживайте Путина, который долгий... Да? Алло. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат. Ну, у меня убеждать не надо. Я поддерживаю вашу кандидатуру. И если все сложится так, как мы предполагаем, буду голосовать за вас. Очень, очень приятно. Я стану президентом. И сам Песков, и его сын, и все подобные деятели будут должны отчитаться, где они взяли деньги на такую красивую жизнь. Понимаете? Давайте подождем, немного осталось. И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой власти. Нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться. Ну, еще раз говорю, я буду только рад. Свой голос я сказал, я отдам, проголосую за вас. Алло. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Чего вам надо? Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Да более мне нужен от вас всех помощь какая. Да, алло. Алло. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. И что? Я сам участвую в выборах. Я иду на выборы президента, потому что не хочу, чтобы герои вот этого и других наших расследований находились у власти еще 10 лет, продолжая все разваливать и разворовывать. Мне очень важна ваша поддержка. И я прошу вас оказать ее мне и поставить подпись за мое выдвижение. Понимаете? Мне, во-первых, надо о вас полную информацию. Вы думаете, что так широко вы известны. Вот, поэтому как я поставлю подпись, когда я не знаю. Это Навальный. То, что и как. Это Навальный. Я поняла. Который создал организацию, занимающуюся расследованием коррупции. Понятно. Я просто юрист, да еще которого, к тому же, постоянно сажают на 15 суток. Угу. Понимаете?
Понимаю, но только, знаете, вы позвонили очень даже не вовремя. Я сейчас просто не могу даже говорить. Извините. Ой. Да. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Слушай, как ты, козлина, я тебя все равно вычислю. Ох ты и пожалеешь. Вот, я тебе с нашего... Заявление написано, тебя уже вычисляют. И я потом стану президентом. Когда вычислят, я тебе итальянский галстук сделаю. Ты знаешь, что такое итальянский галстук? Вот узнаешь. Нет. Единая Россия. Да-да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. В понедельник звоните, в понедельник сейчас никого нету. Я хочу убедить вас поддержать. Понедельник, хотите пообщаться, в понедельник звоните. И считаю, что смогу... Алексей Навальный, Саш. Голосуйте, он кандидат в депутаты, вы собираете, президенты, голосуйте за него. И вот названивает. Отключай, он опять там и постановка. Привет, это Навальный. Здравствуйте. Навальный. За хуемон, который. Ага. А ты разговариваешь, а там не разговаривает. Да там, по-моему, автомат включен. Ага. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Да-да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Здравствуйте, я Алексей. Ой, не могу. Чем только... Это вот, представляешь его, как представляют Навального? Понимаете? Здравствуйте. Ты, Козева, слушай меня. Вот выслушай меня, пожалуйста. Вот эти 15 минут. Я тебе давайте что-то сделаем. Я тебе говорю, слушай ты меня. Ты, козел, слушай ты меня. Вот даю тебе 15 минут. Да. Вот. Если в это время тебя дома не будет. Вот. Слава Богу. Но если ты будешь дома, тебя найдут по четвертинкам, по всем хуинтам из мне. Хутя из мне, знаешь, вообще в рот засунут. И галстук найдут итальянский. Твой. Понял? Чувак. Ты знаешь, какой итальянский галстук? Не знаешь? Узнаешь. Вот запомни это. Это не ваше дело. Я знаю твой адрес. Все. Даю тебе 15 минут. Чувак, если я тебя через 15 минут тебя дома не будет. У меня же без диктофона. Просто позвоню 02 и расскажу, что ты мне здесь пытаешься меня запугивать. Да. Я тебя пытаюсь запугивать, да. Вот ты меня как пытаешься запугать. Да, на самом деле сидит дома какой-то олух. Да, ты хуила, запомни. Дурак? У тебя галстук итальянский найдешь. Знаешь, какой итальянский галстук? И хер обрезанный. Вот ты найдешь, запомни это. Да. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат. Понимаете? Понимаю. А время сколько? Время-то? Почему же ты не можешь удержать у себя в голове элементарных вещей? Слушай, мне 70 лет завтра будет. Я еще буду мозги напрягать, чего меня удерживают, чего не удерживают. У вас совесть есть, время 11 часов вечера. Я стану президентом. И сам Песков, и его сын, и все подобные деятели будут должны отчитаться, где они взяли деньги на такую красивую жизнь. Понимаете? Меня это не интересует. Не интересует. Давайте прекратим разговаривать. Голосуйте за Путина, и все с коррупцией останется как есть. Алло. Алло. Малыш, алло. Иди учись молчать. Алло. Малыш, иди учись молчать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Вы чего привязались каждый вечер звонить-то?
Мы знать если не знаем хотите, и терпите. Не хотим знать. Да. Алло, ребята. Вы знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. Пошел ты нахуй, милый, дорогой кандидат. И перестаньте свои системы включать. Смогу победить коррупцию. Да. Я хочу с тобой траля-ля, а ты умеешь не траля-ля. Ты, блядь, хочешь из участкового, чтобы я вышел на тебя? Я тебя буду пороть так, что ты не слышал. Я твой пробью телефон сотовый. Еще раз позвонишь, я сказала. Котенок, прекрати. Я тебя люблю. Мой, иди работай. Здесь плохого нету, понял ты? Я тебя люблю. Люби, блядь, свой член. Да. Слышь, братуха. Я тебя буду пороть так, что дым из ушей пойдет. Ты кто, сука? Ох вы, козел, вы че, офонарели? Ты че, пидор гнойный? Как тебе не стыдно? Ругаться это плохо, вот папа твой никогда не ругается. Ну, падла, блядь. Вы охламоны, че вы делаете? Алло. 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 Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Чего? Девушка, вы москвичка? Пошел, ты знаешь, ты вчера донимал меня вечером, 20 минут было 11, 12-го. И сейчас куда все, москвичка, да. Куда мне идти? Куда мне идти? Да-да. Алло? Алло? Да. Слышь? Слышу. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Нет. Я хочу с тобой траля-ля, а ты умеешь лишь ля-ля-ля. Вы куда звоните? А где Колян? А? А где Колян? Не поняла. Когда деньги отдашь? Какие деньги? Говори быстро, где гипсокартон? Какие деньги? Кому? А что вы хотите? Я никому не должна. Дорогая, скажи честно, ты мне иногда изменяла? Слушайте, я вызываю милицию сейчас. Мила, что ты пристала? 8 марта давно прошло. Какие деньги вы здесь спрашиваете? Вы за такой что? Умный. Вам череп не жмет? Ты что, скажите, дурак, вы сдаете или вы снимаете? Если ты приебнутый, то звони. А где Колян? Ни Коляна, ни хуяна, никого не знаю. Говори быстро, где гипсокартон? Говори. Привет, подстилка. Алло. Как дела? Ты чё, в рот ебаться хочешь, сука? Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Тебя чё, в жопу ебать? А где Колян? Пидор ебаный. Вы кто по гороскопу? Ты священник? Ну и ты хуй сосать хочешь или чё? Да. Сейчас, сука. Пидор гнойный, сука. Ага. Ну, мразь, блядь. Конечно могу. Да хуй соси, сука. Я тебя в жопу ебал. Гуляй, пока не получил в бубен. Пидор гнойный, блядь. Да. Алло, Галя. Слушай, я сейчас... Слушайте, позвоните на АТС. Я сейчас пока с этим поговорю, чтобы номер запомнили. Ты можешь меня бить, но учти, я все вымещу на твоих внуках.
Да что ты, на своих, ну вот и вымещай на своих, у меня их нет. Ходячий, ну давай, давай, давай. Вот так. Сделай это. Слушай, пошел-ка ты нахуй, а? Вот ебанутый. Такой забавный я зверек. Так. Тебе домой. Алло. Алло, Галя. Вы ошиблись когда... номером, это кто вообще? Деньги отдашь. Я Алло, Григорь... это кто? Я Григорьев. Вы ошиблись номером, я вас не знаю. Когда Никаких деньги отдашь? Никаких Григорьевых, никого, ничего. Вы ошибаетесь номером, вы кому-то звоните другому. Говори и быстро, я не девушка, а бабушка уже, у меня двое внуков. Мила, что ты пристала? 8 марта давно прошло. Я вам точно говорю. Вы такой умный. Вам это вы такой не умный. Слушай, я отъебука его как следует, этого дурака, а? Как тебе не стыдно? Ругаться это плохо, вот папа твой никогда не ругается. Вот, возьми трубку, найди трубку и пошли его нахуй по-мужски. На, скажи, мужик, ты чё приёбся? Алло? Алло? Ты? Раздолбай. Кто такой? Говорит Алло. Космический турист Петров. Пошёл ты, постой. Раздолбай. Не-не-не-не, ну, гуляй, повтори. Пока не получил в бубен. Повтори, повтори ещё. Я сейчас подержать буду. Алло. Говорит космический турист Петров. Короче говоря, сейчас. Алло. 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 Держи. Алло. Слышь, братуха. Алло, ты. Алло. Ты где? Я Григорьев. Ты, ладно, сейчас, давай немножко поговори и подумай. Ты удот. Я уже сказала, будут учитывать, пускай он пока держит. Придурок, у тебя что, проблемы? Алло. Дурак, что ли? Тихо, все, уже засел. Ты что, глухой? Алло. Я не боюсь. У меня высветился я твой номер, я сейчас вызову милицию, и не боишься. И тогда ты узнаешь, понял? Вы где работаете? В пизде! А почему у тебя такой взволнованный голос? Алло. Алло, Галя. Алло. Да. Алло, Галя. Да. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Так, мне кажется, вам нужно забыть этот номер, потому что вы звоните куда-то не туда. Я Григорьев. Если вы хотите что-то другое, вы номер уточните, пожалуйста, как следует. Окажу... И звоните уже по тому номеру, а не по этому. А этот вычеркните, пожалуйста, из своей записной книжки. Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. Ну-ну. Я тебя буду пороть так, что я дым из ушей пойдет. Я вам все сказала. Вот смотрю я на тебя. Да, алло. Алло, Галя. Вовк, ты что ли? Да. А что это ты решил на ночь глядь и звонить? Не подскажете, который час? Чего? Не подскажете, который час? А что ты кино не смотришь? Как дела? Да ничего, нормально. Таня ездит, уколы делает, таблетки пью. Я хочу с тобой тра-ля-ля, а ты умеешь лишь ля-ля-ля. Ну мне вот этот нейропатолог 10 уколов выписал до таблетки. Вот они пока ездят. В воскресенье Любка с Вадимом приедут. Они же с утра всю неделю говорят, кроме воскресенья мы не можем. А понедельник последний укол. Опять Саня приедет. А там уж до пенсии буду его ждать, когда пенсию он мне привезет. Алкоголь в малых дозах у нас полезен в любом 20-го количестве. И никак у вас 6-го.
Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. Погоди, я телевизор этот убавлю. А то не слышно тебя. А почему у тебя такой взволнованный голос? А? А почему у тебя такой взволнованный голос? Ну, у тебя как дела-то? Как дела? Ну, как там этот... Тобик? Тобик, как? Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. А как ты без рыжего обходишься? Рыжего-то нет, говоришь, как ты обходишься без него? Почему нет? Ну ты же говоришь, он умер. Ничего кота не рыжего, понимаю. Рыжего кота. Ты сказал, что рыжик помер. Все равно, лишь... А? Все равно. Нет, ты сказал, рыжий помер, кот рыжий умер. Как я говорю, без него обходишься? Вот такой забавный я зверек. Че, не слышно? А? Да я тебя вот не слышу вообще. Девушка, вы москвичка? Я трубку не слышно ничего. Ну че? Ничего. Вешаю. Да. Да. Алло. Алло, Галя? Нет. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Да ладно. Вы, по-моему, чем-то ошиблись. Я хочу с тобой траля-ля, а ты умеешь лишь ля-ля-ля. Алло? Алло? Я на месте, ну, принеси... Я вчера с твоей женой в трамвае ехал, она мне такой анекдот рассказала, и я чуть с кровати не упал. Какого члена тебе надо? Ты что названиваешь? Милый, что ты пристала? 8 марта милая, давно прошло. Милая, ты знаешь пенсионеров? Ты мне знаешь сколько лет? Мне 70 лет. Ты почему меня беспокоишь? Есть повод выпить! Пошел, ты знаешь куда? Еще раз, блядь, позвонишь, я тебя найду, скотина, двухрогая. Ага. Понял ты меня? Или ты больной какой? Конечно могу. Да я все могу. Чувствуется, что ты, блядь, недалеко ума. Я тебе устрою гипсокартон. Будешь ходить в гипсе и картонку куда? Прикрываться. На хутор бабочек ловить. Дураки, понял? Вы я, блядь, умные. Своему сыну скажу, он тебя найдет. Ну что, еще раз сказать? Пошел нахуй. А что вы хотите? Алло. Алло, Галя? А. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Я заявила в милицию на вас уже. Ждите, ожидайте. Потому ты можешь что вы меня безобразничаете. Бить, но учти, я все вымещу на твоих внуках. Алло? 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 Да-да. Скажите, алло. Вы сдаете или вы снимаете? Вы куда звоните? Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Вы куда звоните? Окажу алло. Интимные услуги женщинам любого возраста. Вы куда звоните? Доставлю сексуальное удовольствие в любое место. Да. Чё молчим? Слышь, братуха! Ну? Я вчера с твоей женой в трамвае ехал, она мне такой анекдот рассказала, и я чуть с кровати не упал. Да пошел ты нахуй, ни с кем ты в трамвае не ехал. Лучше все вводить алкоголь в Алло, третий отдел. Дурак, что ли? А?
Кто говорит? Ты что, глухой? Кто говорит, я не пойму. Говорит космический турист Петров. Ваш адрес. Мальчик, а твои родители знают, что ты куришь? Адрес скажите ваш. Вы где работаете? Третий отдел. А почему у тебя такой взволнованный голос? Никакой не взволнованный, нормальный голос. Не подскажете, который час? Адрес ваш скажите. А что вы хотите? Сейчас приедем. Вы такой умный, вам череп не жмет. Да. Алло? Да, слушаю вас. Вы где работаете? А? Вы куда и зачем звоните ночью? Вам что, делать нечего? Сообщите, а почему у тебя такой взволнованный голос? Что за хулиганство? Как дела? Все, кончено. Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Да. А почему у тебя такой взволнованный голос? Вы кому звоните? Вы что творите, а? Вы меня в драке еще не видели. Так, вот что, драчун. Прекратил звонить. И больше ерундой такой не занимайся. Когда деньги отдашь? Пошел ты! Ты кому звонишь, а? Ты что, глухой? Алло. Алло. Да. Как дела? А кто такой? Говорит космический турист Петров. Зачем ты мне нужен, звонишь сюда? Ну, подскажете, который час? Пошел. Вы где работаете? Договорили? Алло. 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 Будете говорить? А где Колян? Колян? Да. Сначала представьтесь, Колян. Я Григорьев. Григорьев, так, и чего дальше? Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Мы не сдаем и не снимаем. Почему нет? Мужчина, набирайте номер правильно, где Колян. Девушка, можно вас пригласить в гости на чай? Алло. Алло. Когда деньги отдашь? Я хочу, чтобы ты мне принес. Выходи за меня замуж. Да, приноси. С удовольствием возьму. Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. Алло. Вот через поцелуй можно заразиться птичьим гриппом? Вот сейчас позвоню на АТС, узнаю, с какого номера ты мне звонишь тут через каждые 5 минут. И тебе там все объяснят потом в милиции. Понял? Ты можешь меня бить, но учти, я все вымещу на твоих внуках. На моих внуках? У меня их нет. Ходят. Понял? Ну давай, давай, давай. Сделай. Придурок. Больше не звони. Я ты звонишь 80-летней бабушке. Придурок. Услуги. Юра, любые. 8 марта тебе давно там прошло. Окажут любые услуги. Алло. 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 Да. Скажите, вы сдаете или вы снимаете? Что? А почему у тебя такой взволнованный голос? У кого? Говори быстро, где гипсокартон? Чего это? А? Чего это? Вы где работаете? В милиции. Когда деньги отдашь? Скоро. Ну и чё? Чего это? Вы кто по гороскопу? Ты откуда звонишь? А? Откуда звонишь?
Окажу интимные услуги женщинам любого возраста. Сколько вам лет? Вроде опрос-то еще через год только. Кто убил? А... Вы слышите или нет? А вы из какого города звоните? Соловьиный помет. Да? А вы только этот номер знаете? На другие больше не пробовали? Я вас спрашиваю. А позвоните по 09 в 5-ю. Ты, там мразь! Вам точнее ответят. Мразь нацистская. У меня ты дедушка коммунист был, а вот у тебя не знаю кто. Ну, пиздец. Еще раз говорю, вы кто по национальности? Здравствуйте, как вас зовут? Какая вам разница, как меня зовут? Кто вам дал право, на каком основании вы хамите с утра? Слушайте, вы второй день одну и ту же песню начинаете. Это городской телефон, с него никак не могут нахамить. Так что извините, если это, сейчас я разговор запишу и передам прокуратуру. Подайте на меня в суд. Хорошо, подам. У меня муж ФСБ работает, так что вы все можно давать. Можно. До свидания. Я вас спрашиваю. Здравствуйте, как вас зовут? Да не важно, как меня зовут, кто-то звонишь. Сколько вам лет? Какая тебе разница, сколько мне лет? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Так, вы знаете, молодой вы человек, там, взрослый человек, мне без разницы. Это домашний телефон, вы понимаете? Домашний телефон. С него сообщения не отправляются. Умник, ты хотя бы научись подписывать свои смс-очки. Слышишь, ты дурачок, что ли, или кто? Я тебе еще раз повторяю, это домашний телефон. Домашний. С утра даже дома здесь никого не было. Ты. Ты что мне лапшу-то на уши вешаешь? Ты сначала найди, посмотри, что это такое. Откуда смс-ка? Это домашний телефон. Тебе чего непонятного? Или вам? Еще раз говорю, вы кто по национальности? Я русский. Как хочешь, я тебя называл? Придурок нижегородский. Кто ты, придурок нижегородский? Ты? Нет. То есть, получается, я должен выслушивать любого недоделка и говорить: спасибо вам за звонок. Так это ты мне сейчас, придурок, звонишь и говоришь о том, что какая-то смс-ка. Я тебе еще раз повторяю, с этого телефона ничего не отправлялось. Вот вы опять лжете. Я не ржу, я тебе еще раз повторяю. С этого телефона ничего не отправлялось. Не может отправиться. Это домашний телефон. Домашний. Вы слышите или нет? Я слышу. Значит, ты слушай меня. Ты мразь! Минуточка, вы мне с утра хамите. Ты с кем вообще разговариваешь? Ты куда-то пропадаешь, не пропадаешь. Сколько вам лет? Да не важно, сколько мне лет. Дайте не важно, ответ, сколько да? тебе лет, тебя не должно это интересовать. Ты сейчас мое время тратишь, просто время тратишь. Вообще, на пустую болтовню, еще раз повторяю. Не хами лишнего. Я тебе не хамлю в данный момент, понимаешь? Но это реально домашний телефон. И с этого телефона не могло ничего отправляться. Но я считаю, что я просто не имею права не передать ваш телефон правоохранительным органам. Хорошо, передавайте. Передавайте. Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо. Надо. Я не спорю, ты надо. Нацистская. Только это домашний телефон. Ты мразь нацистская. Слышь, ты мразь нацистская. Вот ты сейчас говоришь нехорошие вещи. Понятно? Причем здесь нацизм и русский человек? Ты молись, чтобы не попался никогда. Слышь, если ты там напился, не напился, мне без разницы, я тебе еще раз повторяю, я с тобой еще сейчас, ты сейчас сам тратишь в свое же время на пустую болтовню, сам свое время тратишь на пустую болтовню. И еще раз тебе повторяю, это домашний телефон, с этого телефона не могло никак отправляться. Жить никак надо по не могло отправляться. Всем. Всего доброго. Подождите, какие у вас есть доказательства? У
Мне что, тебе доказательства какие надо? Я тебе говорю еще раз. Это домашний телефон. Мне сейчас ментов нужно позвонить и спросить, меня тут какие-то черти заебывают или что? Вы слышите или нет? Слушай, я тебя слышу, я тебе еще раз повторяю. Это домашний телефон. Домашний. Ты звонишь? Звонишь. На городской телефон. На городской. Вот вы опять лжете. Это вы ты лжешь. Все, всего доброго. Я еще раз говорю, это городской телефон. Городской, стационарный телефон. Ты нацистская сволота. Слышь, ты, ты дурачок, что ли, или что? Как ты, что я тебя называл? Те, кто говорил такое, что я нацист, или что? Ты антисемит, ты мерзавец и подонок. Кто, это ты такой, что ли? Нет. Или что? Нет, это ты такой. Это я ты нацист, наверное. Называть? Агентом Госдепа? О, да ты, братец, понятно. Госдеп, отправляй в Госдеп. Да куда хочешь, отправляй. Извините, давай. Когда вы начинаете с фразы «тошнит от СМИ», вы считаете это начало беседы? Алло. Добрый день, это Владимир Соловьев. Ой, да вы мне уже звонили 2 дня назад. Умник, ты хотя бы научился. Это квартира. Что хотите? Сколько вам лет? При чем здесь сколько лет? Я спрашиваю, зачем? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Это вы мне уже говорили. Минус, вы попали. Это... Я с роботом, что ли, разговариваю? Кто вам дал право? На каком основании вы... Еще раз спрашиваю. Это робот со мной говорит? Нет. Минусочку, вы мне с утра хамите. Это уже не с утра, извините. Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Я с роботом разговариваю. Нет. Нет? Тогда будьте добры, разговаривайте нормально. Я вам еще раз сказал, вы попали на квартиру. Я вам ничего не могу прислать, тем более на вашу программу. А лично вас у меня нет ни номера телефона, ничего. Это что за развод такой? Дайте ответ, да или нет. Так, все, хватит со мной разговаривать. Еще раз говорю, вы кто по национальности? Здравствуйте, как вас зовут? А что вы хотели? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Какое? Вы в квартиру звоните. Да. Да. Кто вам дал право? На каком основании вы да хамите? Да пошел ты знаешь куда! Пиночка, вы мне с утра хамите. Добрый день, это Алло! Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Алексей зовут. Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Какое сообщение? Кто вам дал право, на каком основании вы хамите с утра? Нет, а кто это? Вы откуда звоните, я не пойму. Это Владимир Соловьев. Ай. Вы откуда звоните, скажите, ты мудила, ты что-то мне тут ляпаешь. Дайте ответ, да или нет? Нет, ты что ляпаешь-то, а? Еще раз говорю, вы кто по национальности? Я армян, что тебе надо? Вы как еврей, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что лгать евреям нельзя. Да, а ты откуда, вообще звонишь, мне узнать надо, а? И вот такой же... Мне с тобой разобраться надо, кто ты такой? Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Нет, ты откуда звонишь, скажи, пожалуйста. Значит, теперь слушай меня. Как вас зовут? А что? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Не понял, чего? Умник, ты хотя бы научись подписывать свои смс-очки. Какие смс-очки, а? Кто вам дал право? На каком основании вы хамите с утра? Кому? Вы слышите или нет? Это кто звонит, а? Это Владимир Соловьев. Ну, а кто ты такой вообще? Ну, чего? Че надо-то? Сколько вам лет? Какая тебе разница, ну? Еще раз говорю, вы кто по национальности? Иди в болото, понял, да? Да. Я тебе говорю, ты дерьмо. Чего это, я не пойму. Вы слышите или нет?
Ну, слышу, да. Дайте ответ, да или нет. Ты тупой, что ли? Если я с тобой разговариваю, если я слышу, что... То есть, получается, я должен выслушивать любого недоделка и говорить: спасибо вам за звонок. Иди нахуй. Ну? Я не могу не передать ваш телефон. Вы меня простите, потому что вы представляете угрозу для общества. Да что ты говоришь-то? Вы слышите или нет? Кого? А что ты для Родины сделал? Я жизнь прожил, дурак. Иди нахуй, а. Ты мразь за кого? Ты! Мерзкий, мразь, вонючий, а? Гадкий клоп. Чего? Мразь нацистская. Я тебе говорю, ты дерьмо. Да что ты говоришь-то? Вы позор еврейского народа. А ты кто народа. Есть? А ты кто есть вообще по жизни-то? Соловьиный помет. Здравствуйте, как вас зовут? Что? Здравствуйте, как вас зовут? Володька Трынкин. Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Да. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. А кто это меня беспокоит? Владимир Соловьев. Меня Наталья зовут. Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Какое сообщение? Кто вам дал право? На каком основании? Нет, вы... а вы почему так разговариваете? Я ничего никому не ссылала. Вы слышите или нет? Я вас слышу, но вы меня тоже услышите. Я такими не занимаюсь. Извините, мне почти 70 лет. И как пользоваться всем этим, я не знаю, и мне это неинтересно. Милочка, вы мне... И кто вам присылает? Я не могу ничего сказать. Вот вы опять лжете. Я не лжу, это вы хам невоспитанный. Еще раз говорю, вы кто по национальности? Да. Вы слышите или нет? Вы можете разговаривать, вы меня услышите. Кто вам прислал, с какого номера, я не знаю. Но я такими вещами не занимаюсь. Вы представьте, мне под 70 лет. Вы о чем говорите, молодой человек? Еще раз говорю, вы кто по национальности? Я по национальности, я русская. Причем здесь это? Сколько вам лет? Я вам говорю, мне под 70. Вот вы услышите меня. Вот вы опять лжете. Я не лжу, это вы лжете. Кто вам и что прислал? Я не знаю. Милочка, вы мне с утра хамите. Я не девочка. Я не девочка. Мне 65 лет. Нашел мне девочку. Это вы мне хамите. Вы звоните и начинаете кричать. И не хотите никого услышать. Вы слышите только себя. Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Да пошел ты вон! Да. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? А как вас зовут? Это Владимир Соловьев. Что вы хотели, Владимир? Скажите, пожалуйста, Соловьев, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Какое сообщение? Вы на домашний номер вообще-то позвонили. Кто вам дал право? На каком основании? А вы на каком основании мне сейчас звоните и хамите? Это домашний номер телефона. Из домашнего номера невозможно отправить никакое смс-сообщение. Правильно набирайте. Сколько вам лет? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Да какая разница? А что вам угодно? Вы слышите или нет? Я слышу. Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение. Послушайте, вы меня с кем-то путаете. Я ничего не присылала, мне это как-то не надо. Вот вы знаете, мне 65 лет. И мне вот ваши вот эти приколы не нужны. Сколько вам лет? Я сказала вам 65. Вот вы опять лжете. Что значит я лжу? Я не знаю, кто вы такой. Почему вчера звонили, когда я уже спала? Владимир, я все, чего вам от меня надо-то? Милочка, вы мне с утра хамите. Я не девушка, а я бабушка, у меня уже внуки. То есть, получается, я должен выслушивать любого недоделка и говорить: спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок, пожалуйста. Еще говорю, раз говорю, вы кто по национальности? Русская я по национальности.
Или что мне тебя называть? А кто вам там звонит или что-то там звонит вам? Я не знаю. Я не знаю. И меня это не интересует. Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Слушайте, молодой человек, вы звоните своим сверстникам и разговаривайте с ними. То есть со мной не надо разговаривать. Я не желаю с вами разговаривать. Я не знаю, кто вы такой. Приведите, и что вам от меня надо? И вообще, почему вы звоните-то мне? Приведите, я вам не звонила. С вами связь никакую не хочу поддерживать. Что вам угодно-то? Понятно, тогда... То есть вы уже отказываетесь от этих фраз, понятно. Чего я отказываюсь? Приведите хоть один пример. Я, по-моему, вам ничего не предлагала. Приведите хоть один пример вранья. Чего? Вранья моего или вашего? Вы слышите или нет? Я слышу прекрасно, да что? Вам что, мужу дать трубочку, чтобы с вами поговорил маленечко? Да. Если вы не понимаете, что я от вас хочу. Да. Что вы мне не звонили. Да. Да. Вот вы опять лжете. Почему я лгу-то? Жить надо по закону всем. Ну и живите по закону всем. Живите. Ты... Давайте я вам сейчас мужу дам. Пускай он спросит, кто вы такой. Какой-то ненормальный звонит. Вчера в 11 ночи звонил. Слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут? Александр, да, допустим. Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Что? Что? Умник, что ты хотя бы... Что вы сказали? Умник, ты хотя бы научись подписывать свои смс-очки. Что вы сказали? Ты считаешь, что я должен к тебе относиться как к серьезному человеку, который... Что вы сказали? Еще раз повторяю. Вы слышите или нет? Что вы сказали? Повторите. Вы слышите или нет? Вы повторите, что вы сказали. Откуда я тебя называл? Придурок нижегородский. Что? Подайте на меня в суд. Что вы сказали? Я сейчас подниму звонок, и вас надрючат. Я не могу не передать ваш телефон. Вы меня простите, потому что вы представляете... Нет, я вам вам перезвонят вам и поставят в известность. Милочка, вы мне с утра хамите. Что? Вы что, охренели, что ли? Вы что, как, спохнели или как? С бодуна? Вот вы опять лжете. Вы из бодуна или как? Я вас спрашиваю. Я вам говорю, вы из бодуна или как? Нет. Уважаемый, вы по какому телефону-то звоните? Еще раз говорю, вы кто по национальности? О чем вы говорите-то? Отец тебя жаль. Национальность еще вы будете выяснять. Хорошо. Я сейчас выясню, откуда вы звоните. Ты, мразь, за кого? Ты! Что? Вы слышите или нет? Что? Что вы сказали? Вы позор. Что вы сказали? Вы позор еврейского народа. Что вы сказали? Отец тебя, жаль, в детстве не застрелил. Ой, ё-моё. Вы когда родились-то? Прекратите завывать. Чего? Чего? О чем вы говорите-то? Вы вообще, смысл-то, вы понимаете ваши, логики? Сколько вам лет? Да мне нормально лет-то. Вот вы опять лжете. Что? Я вас спрашиваю. Что вы спрашиваете-то? Ты считаешь, что я должен к тебе относиться как к серьезному человеку, у которого есть мнение? Что вы сказали? Вы слышите или нет? Да я слышу, у меня нормально со слухом-то, там проблем нет. Вы набрали сегодня 2 раза? Я? Мы вообще телефон не берем.
Это вы впервые позвонили и начинаете хамить. Не хами лишнего. Вы хамить начинаете. Хамить. Вы хоть это самое набираете телефон и начинаете хамить. И я вам это самое вам перезвонят. Возьми кусок мыла, засунь себе в рот и долго мучительно жуй его. Да и ладно, на. Что, ну, никому будет звонить, чтобы особо знать. Да нет, ну и дурак, дурак этот самый. А себе, что ли, клоун? Перепил, а что, уже не первый раз звонил? Ну что, он еще раз один с ночи звонил. Да вы что? Я его просто вытащила эти батарейки. Батюшки, кошмар, кошмар. Что тебя называл? Придурок нижегородский. Люди, когда тебя видят, сразу смеются. Слушай, ебанутый, что ли? Вы слышите или нет? Да я слышу прекрасно. Возьми кусок мыла, засунь себе в рот и долго мучительно жуй его. Так дальше. Вы позор еврейского народа. Так, дальше. Ты дальше, мразь! Дальше я слушаю. Я просто внимательно слушаю ваше изложение. Дальше. Антисемит, ты мерзавец и подонок. Так, дальше. Мерзкий, вонючий, гадкий клоп. Так. Вы слышите так или нет? Да, конечно. И я просто самое... наслаждаюсь вашими испражнениями. Еще раз говорю, вы кто по национальности? Какая вам хуй разница? Вы слышите или нет? Обязательно. Ты мразь за кого? Ты? Нет, ты как это самое, сколько выпил-то? Литра 2, 3, 4, сколько дней пил-то? Прекратите завывать. Голова самая поехала, что ли? Факт какой? Поехала голова? Ну иди лечись. Ты молись, чтобы... Иди лечись, клоун. Ты молись, чтобы не попался никогда. Чего? Ты, это самое, вы вообще о чем говорите-то? Не хами лишнего. Я-то не хамлю. Вот и клоунада, блядь. Это у нас в России, оказывается, есть. Ой-ой-ой. Вот это чмо. Там все тебя испугались. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Да, у нас есть, оказывается, такие чмо. Умник, ты хотя бы научись подписывать свои смс-очки. Какие смс-ки? Смс-ки от нас не уходят. Или что мне тебя называть? Агентом Госдепа? Что? Ой, да. Ты мне телефончик-то это самое, назови свой, я тебе сейчас это самое сообщу смс-очку. 836-439. Ну давай еще раз повтори. 836-439. 800... Ну давай, повтори. 836-439. О, понятно. Значит, теперь слушай меня. Ты мразь! Да мразь нацистская. Так я не понял, откуда там мрази пошло, нацистские. Это как она определяется-то? Мне просто в беседе хорошо это самое. Вот значение слов изучите. Что? Прекратите завывать. Что? Значение слов?
Ты, уважаемый хрен с горы, блядь. Ты вообще понятия не имеешь о словах и о значениях. А что ты для Родины сделал? А ты что сделал? Подайте на меня в суд. Так ты мне, да, я самое основу, я тебе передам в суд тебя. И тебя, значит, втюрят несколько сотен тысяч, бля, за твою хамло, бля. Нет, вы не патриот своей страны. Ой, господи, какое... Ой. Ты молись, чтобы не попался никогда. Ну, давай. Потому что Куда не попался? Куда не попался? Но я считаю, что я просто не имею права не передать ваш телефон правоохранительным органам. Чего? В первую очередь передай. В первую очередь. Учтите, я ваш телефон обязательно передам спецслужбам. Да обязательно. Да. Обязательно. Прекратите это забывать. Обязательно надо передать. Обязательно. Вы обязательно передать. И разберутся. Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо. Какой дурак. Ой, какая нервная. Всем. Слушай, лечиться надо. Лечиться, да, серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь так все тебя испугались. Да это понятно, мадам, понятно. И тебе тоже, дорогая. Вы слышите или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты считаешь, что я должен к тебе относиться как к серьезному человеку, у которого есть мнение? Вы что, ребят, я понимаю... Коронавирус, он, конечно, пандемия херова, но не до такой степени. Не думал. Ну, давайте, ребят. Давайте, учитывайте. Давайте вам. Удачи вам. Ты молись, чтобы не попался никогда. Удачи вам. Удачи. Я считаю, что я просто не имею права не передать ваш телефон правоохранительным органам. Конечно. Вам номер не подсказать? Да. Вот. 112. Ради бога. Вот вы опять лжете. 112, ребят, 112. Набирайте. 800-2112. Все нормально. Вы наврали сегодня два раза? Что? Вы что, ебанулись, что ли, в конце концов? Умник, ты хотя бы научись подписывать свои смс-очки. СМС-ки? СМС-ки по сетевому телефону не отправляются. Эх, ребята, перепили. И много перепили. Кто вам дал право? На каком основании вы хамите с утра? Ой, ёпт. Они... Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? А вам какое дело? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Простите, это проводной телефон, я никому ничего не посылала. Вы что, путаете с интернетом? Вот вы опять лжете. Вы слышите или нет? Слышу. Сколько вам лет? Ой, ну я вас посылаю на три буквы.
Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Нет, не приказываю молчать, просто я вас посылаю, все. Значит, до свидания. Ты слушай меня, мразь нацистская. До свидания. Ты мразь! Конечно, конечно. До свидания. Подайте на меня в суд. Для чего это мне нужно, такие хлопоты? До свидания, успокойтесь. Отец тебя, жаль, в детстве не застрелил. До свидания, до свидания. Прекратите завывать. Здравствуйте, как вас зовут? А в чем дело? Скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение? Вы что, смеетесь, что ли? Вы куда вообще звоните? Кто вам дал право? На каком основании вы хамите с утра? Я с утра вообще-то сплю. И мне много лет. И я не то, что прислать. У меня на телефоне кнопка нажать, ответить, и все. Я понятия не имею, как это делается. И вы куда-то не туда попали, извините. Сколько вам лет? Мне? 65 лет. Вот вы опять лжете. Вы вообще... слышите или нет? Кто звонит? Куда звонит? Я не понимаю. То есть, получается, я должен выслушивать любого недоделка и говорить: спасибо вам за звонок. Это что такое, розыгрыш, что ли? Я не понимаю. Значит так, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Ой, я в шоке. Чуть такое? Что это делается на белом свете? Я вам еще раз говорю. Я никаких сообщений не шлю. Я не знаю, как это делается. Поймите вы меня. Вам значит, по... теперь слушай меня. Получается... По какому телефону вам звонили? По сотовому? Да. Ну, не умею я отправлять никаких сообщений по сотовому телефону. Отчего держу вот для разговоров простой телефон? Вы-то как-то звоните мне на простой телефон. Жить надо по закону всем. Вы как еврей, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что лгать евреям нельзя. Я не еврей, я русская. Вот вы опять лжете. Я вообще не понимаю. Я русская, я родилась в России. И здесь всю жизнь прожила. Я никогда еврейкой я не была. Прекратите завывать. Никто, у меня нет родни евреев. Прекратите завывать. Я вообще, мне просто интересно уже. Я уже не буду трубку класть. Я просто хочу выяснить, в чем дело. Приведите хоть один пример вранья. Какого вранья? Еще раз говорю, вы кто по национальности? Русская. Понятно, тогда... То есть вы уже отказываетесь от этих фраз, понятно. Я русская, всегда была русской. И никогда у меня в евреев в родне даже никогда не было. Я ничего против никого не имею. И при чем здесь евреи, я не знаю. Вы в самом деле Соловьев? Это с телевидения? Да. И вы считаете, что я там что-то, чего-то? Да я вообще не смотрю передачи, я вообще не смотрю эти ваши передачи. Я не могу судить, что вы о чем там говорите, тем более посылать что-то. Я вам еще раз объясняю. Я не умею отсылать ни смс-ки, ничего. Я уже пожилой человек, и у меня только есть, как говорится, телефон, по которому мне звонят дети. И все, понимаете, сама я ничего не умею этого делать. Я ничего вам не отсылала, уж поверьте, пожалуйста. А что за недоразумение вышло, я не знаю. Я не могу не передать ваш телефон. Вы меня простите, потому что вы представляете угрозу для общества. Ой, куда передать? Чего передать? Я не понимаю ничего. Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо. Ну так отдайте, пусть проверяют. Я вообще... как говорится, не в курсе, пусть проверят, если уж вы в самом деле всерьез вот это вот все это. Хочешь, вообще, я тебе позвоню? Чудеса какие-то. В эфир. Какие чудеса? А с какого сотового звонок-то хоть? Сотовый-то номер-то? Какой сотовый номер вам звонили-то? С какого номера-то? Факт какой? Что? Значит, теперь слушай меня! 836-439.
39 на конце? Нет. Да. У меня нет такого сотового номера. Нет. У меня два телефона. Один на конце 18, по которому на Билайн я не звоню уже 100 лет, потому что там быстро деньги снимаются. Вот. И последний номер у меня на 40, вот которым я сейчас пользуюсь. А 39 у меня нет такого номера и не было никогда. Вы наврали сегодня 2 раза? Я вам говорю чистую правду, я не понимаю, что происходит, и я говорю вам чистую правду. У меня нет 39 на конце телефона. Нету и не было никогда. То есть ты можешь мне хамить, а когда ты в ответ слышишь о себе правду, ты начинаешь истерику включать? Я ничего не включаю. Я старый человек, уже пожилой, больной человек. Жить я надо не... по закону всем. А я и живу по закону. Я вас спрашиваю. Я ничего не нарушаю. И никуда не звоню, и вообще ни во что не вмешиваюсь. Мне это вообще даже не интересно. Понимаете? Вы опять лжете. Нет, я не лжу. Не лжу, не лгу и не собираюсь, потому что у меня своих проблем хватает, понимаете? И вот эти общие проблемы меня вообще не касаются. Они мне просто неинтересны. Вот, значит, у меня своих проблем выше крыши. Не хами лишнего. Давайте прощаться, потому что мы ни до чего не договоримся. Счастливо.